Более 52 тысяч абитуриентов сегодня сдают централизованное тестирование по математике. Испытание началось менее часа назад. На выполнение всех заданий абитуриентам дается ровно 3 часа. Представители контрольной комиссии отмечают, что уровень сложности заданий не изменился. В целом, у тех, кто проходит ЦТ, вопросов возникнуть не должно. По состоянию на эти минуты никаких замечаний у комиссии не зафиксировано. Задействованы практически все службы, которые с разных сторон контролируют процедуру, начиная от формирования заданий и заканчивая до доставки заданий непосредственно в аудиторию. Весь этот процесс сопровождается той же филиальной службой, которая обеспечивает доставку своевременную. Все это рассматривается со всеми общественными комиссиями. Контролем охвачены все этапы централизованного тестирования, начиная от поступления вализы в университет, вскрытием ее, доставки и пакетов по аудиториям, и заканчивая сбором данных пакетов уже с готовыми бланками ответов, упаковки в вализу и отправки в РИКС. Следующее тестирование пройдет в Беларуси 22 июня. Сдавать будут историю Беларуси. В комиссии отметили, что с начала проведения ЦТ в этом году единственное нарушение – это то, что абитуриенты проносили в аудиторию мобильные телефоны, за что были недопущены к сдаче.